Рождение ребенка – счастливое, важное, ответственное событие. И готовиться к этому шагу нужно серьезно. В первую очередь будущим родителям необходимо обратить внимание на свое здоровье, свой образ жизни. Необходимо проходить профилактические осмотры у медицинских специалистов, гинекологов для женщин, урологов для мужчин. Регулярно посещать врача для контроля своего здоровья в период беременности, во время беременности и после родов. Здоровое питание, достаточная физическая активность, отказ от вредных привычек – также залог сохранения репродуктивного здоровья на долгие годы. Подготовка к беременности – важный этап, и пройти его нужно обоим будущим родителям.